Так, чем отличается салонный фильтр оригинальный от неоригинального? Оригинал у нас тойотовский, подходит на многие автомобили, в частности на мой Lexus AS 2013. Сделан оригинал в Японии. Неоригинал у нас MAN с номером 2345 и сделан он в Чехии. А это пробег 15 тысяч километров. В каждом слоте куча пыли, грязи. Но самое интересное, это отличие. Как видно здесь, слоты гораздо жирнее. Здесь они тоньше. Сам каркас тоже тоненький. И весит он легче, чем оригинал. И, соответственно, фильтрует оригинал гораздо лучше от всяких КАМАЗов и прочих машин дымящих, спасает куда эффективнее, чем не оригинал. И оригинал, он гипоаллергенный. Грязь, пыль в салон не проникают 100%. Здесь, конечно, под сомнением. Так что, по возможности, лучше, конечно, брать оригинал. Для здоровья полезнее.